И напомним, что часть пилотов у нас в этом году лишь присоединилась к главному туринговому классу, классу TS1. Автомобили все сейчас подготовлены. Есть контакт между Меди Бинани и Робом Хафом. Похоже, не очень справедлив был Бинани. В середину, даже чуть дальше, вот видим мы в правое заднее колесо. Как раз то же самое колесо, что и у Джеймса Томпсона сейчас заблокировано у Роба Хафа. И Хаф удерживает свой автомобиль, но с трудом. На трассе все-таки нет. Нет, Роб не может провести машину в спокойном темпе, довести ее до боксов, чтобы ее наши российские механики восстановили. Нет, посмотрите, улавливает, все-таки удерживает свою машину на трассе. Роб несется довольно быстро, несется он в боксы. Пока нету предупреждающих флагов, то есть судьи не видят опасности в том, что Роб на медленной машине находится на трассе, но едет он, кстати, достаточно быстро. Печально, потому что Роб Хафф был на 7-й позиции, сейчас эту 7-ю позицию у него забирает Меди Бинани, но, похоже, и Меди Бинани пропустил вперед Норберта Мичелиса. Сейчас мы с вами вместе увидим на наших экранах вот эти времена. Пока смотрите, что было. Да, ну Бинани, простите, абсолютно не прав. Он попытался по внутреннему радиусу обогнать Роба Хафа, не доехал точно до середины корпуса, потому что просто удар пришелся в заднее правое колесо.